Межфункциональный культурный центр. У нас деньги в этом году, в апреле месяце уже будут получены. Федеральные деньги мы должны за 15-16 год эту проблему решить. Я не вправе навязывать свою точку зрения, где лучше строить, какая площадка лучше или хуже. Наверное, у вас была достаточно квалифицированная комиссия для того, чтобы определить, исходя из тех параметров, которые есть по многофункциональным культурным центрам, где строить. Наша задача, республики, найти возможности, средства для того, чтобы это получилось. То, что вы попали в состав пилотных проектов Республики Карелия, это уже существенный плюс, поэтому в апреле месяце деньги придут, нужно активно осваивать. Не хочу приводить примеры другие, когда мы просто-напросто выбитые с трудом федеральные деньги или не осваиваем. Есть, к сожалению, районы Республики Карелии, когда из года в год мы с вами пролетаем, значит, даже с выделенными деньгами и на физкультурные центры, и на социальные объекты, к сожалению. Поэтому спрошу очень жестко, если осваиваться не будет, но будут другие разговоры.